Добрый день, дорогие друзья, а также наши новые подписчики. Рады приветствовать вас на нашем YouTube-канале Профикос. Сегодня хотелось бы обзор сделать на нейтрализирующий спрей для волос от бренда Olin. Вот такого вот яркого фиолетового цвета спрей, даже какого-то цвета фуксии, я бы сказала. Данный спрей представлен в 120 мл. С удобным дозатором, который под колпаком. Скажу сразу, что спрей мгновенно нейтрализирует нежелательные желто-оранжевые оттенки. Как раз он для этого и предназначен. Также придает более такой серебристо-платиновый тон вашим волосам. Плюс у данного спрея как бы тонизирующее действие, ну и, соответственно, придает вам платиновый блеск. Пигменты есть в данном спрее. Они входят в состав, поэтому способствуют поддержанию усиления холодных тонов. Вот кому нравятся блонды оттенки, пепельные блонды. Вот, волосы становятся гладкими, более такими плотными, благодаря гидролизованному кукурузному крахмалу. Ну и, соответственно, данный спрей будет работать на то, что будет уменьшать тусклость и кудрявость ваших волос. Плюс волосы будут покрываться такой как бы незаметной микропленкой, придавая гладкость. То есть при расчесывании вы сможете вполне, они не будут кудрявиться, не будут виться. По применению, значит, очень все просто. Вы как бы будете наносить спрей на вымытые и подсушенные волосы. Подсушенные — это когда вы вымываете, они после полотенца немного подсушены. Вот, в необходимом количестве, в зависимости от длины, конечно же, ваших волос, состояния, их непористости, распределяете продукт расческой по всей длине. Я сейчас здесь себе продемонстрирую. Вы будете на руке, вы будете наносить на волос, ну и, соответственно, вот так это выглядит. Цвет вы видите сразу же фиолетовый. Вы распределяете, очень вкусно пахнет, приятный запах парфюма. Вы распределяете по длине и сразу же расческой, может быть, гребешком. Распределяйте по вашим волосам, по тем местам, где вы считаете, что оттенок действительно желтоватый или оранжевый. Распределяйте расческой, вот, по всей длине. Также включаете кончики для того, чтобы на кончиках оставался оттенок. Не смываете и приступаете потом к укладке волос. Вот, вот такой вот классный спрей. Также советуем его нашим постоянным покупателям и новым клиентам. У Олина очень много разнообразной всякой уходовой косметики. Можете заходить, ссылка будет в описании под данным видео. Там вы можете приобрести и перейти на наш магазин profikos.com.ua. Вот, ну и в составе как бы данного также спрея гидролизованный кукурузный крахмал. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь на нашем YouTube-канале, следите за нашими новыми средствами. Вот, и подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.